как получить двухполярные питания. Тут 68 килогерц подается. А тут 34 килогерц. Нужно просто четвертую ногу на землю, TL494, пятую ногу подать сигнал амплитудой. Тут скважинность может быть от где-то 5% до 55%, амплитуда 2 вольта, может где-то от 1 до 4 вольт быть амплитуда, больше не надо, больше тогда там искажения всякие. А шестую ногу нужно на референсе где-то на 5 вольт, так там на вторую ногу ТЛ подключить. Можно подавать скварю, квадрат, меандр, можно подавать треугольник, там любую форму, там не так важно эта форма. Шестьдесят восемь килогерц. Вот так можно теперь от генератора сделать двухполярный сигнал. Я смотрел, он где-то до 1 мегагерца можно докрутить частоту. У меня тут после драйверов TC4420. Может у драйвера косяк тянет. И тогда не будет никакие наводки изменять частоту, если надо, чтобы частота была как вкопанная.